28 ноября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-президентом Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марошем Шефчовичем. Вице-президент Еврокомиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович, подчеркнув, что связи между Европейским Союзом и Азербайджаном представляют особое значение, отметил, что заинтересован в дальнейшем расширении этих связей. Констатировав значение сотрудничества с нашей страной в энергетическом секторе, Марош Шефчович подчеркнул стратегическое значение решения, принятого в связи с проектом Южного газового коридора. Глава государства, поздравив Мароша Шефчовича с назначением на пост вице-президента Европейской комиссии по энергетическим вопросам, расценил его визит в Азербайджан спустя короткое время, после назначения как хороший показатель наших связей. Подчеркнув успешное развитие сотрудничества в энергетическом секторе, президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение активным и динамичным продолжением связи между нашей страной и европейскими институтами. Коснувшись визитов президентов Европейской комиссии и Совета Европейского Союза в Азербайджан, глава государства отметил значение визитов на высоком уровне в расширение нашего сотрудничества. Констатировав, что между Азербайджаном и Европейским Союзом уже действуют рамочные соглашения, и меморандум взаимопонимания о стратегическом партнерстве в энергетическом секторе, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в связи с Южным газовым коридором проводится большая работа. Расценив данный проект как новый формат сотрудничества, президент Ильхам Алиев отметил важность эффективного координирования для его своевременной реализации.